января 2018 года мы услуги, согласно по расчету утвержденного начальника ГИБДД по Ивано-Франковскому мосту, совместно с полицейским Громовым, находился по адресу моста Кравченко 16, где производились работы постановки дорожных знаков, чтобы задержать свидетелей, которые предоставили сотрудники театра и организации установки дорожных знаков, раскачивали установки дорожных знаков, полный шланг, закрученный шланг конгресса. Здесь данные противоправные действия, медиастин Громовым, неоднократно высказывались. Председатель не командует. Что говорить? Нам, если бы нам запретили, что происходит? Распоряжение председателя. Мы можем приостановить вас. Мы бы не снимали, если бы нам запретили. Да, вы слышите меня? Нет. Получили. Каким бы был приговор? Нам судья разрешил. Ну, давайте приостановим. Давайте приостановим. Зачем людей удалять? Запретил. Еще раз. Выбор. Если бы нам председатель просто не знает, что нам съемку вести. Вас запретили. Я готов прекратить. Прекращайте. Уберите от меня руки. Как прекращайте съемку. Я же не могу второй. Выключайте второй. Пожалуйста. Выключаю. Вы тоже. Аудио. Включите аудио. Включите аудио. Срок административного ареста считать срок административного ареста 17 января с 18 часов. По 18 января 2018 года, 21 часа, установленных задержаний. Позор. Просто позор. Я половину слышал. Что, давайте рвиться. Тем лучше реабилитация будет, Николай. Да, главное, лучше рвиться. Чем и тем. Правила поведения в здании суда. Вы это уже знаете. Ребенка, ребят, выводите правила. Я понимаю, я обжалую, что я присоединяюсь. Нет, чего не хочется? Нет, хочешь с тобой? Нет, я морально с тобой. Давай, держись. Подождите, вы что вы толкаетесь? Не толкай. Подождите, вы что? Того ждать? Того ждать? Не мешайте прокурор граждан. Берите. Потом вот это все не идет, когда не вообще А, полицейский, выясните личность вот этого 10-го человека. Почему на первом Ясно, без свидетелей я никуда не пойду. Все. Видишь ты, блин?
Мы заходим, а свидетелей выгоняют. Зачем? Я без свидетелей не пойду. Пускай проводят процесс, как хотят там.